Всем здравствуйте, на ночной рыбалке мы за трофейной рыбой. Блин, хотел быстро время сказать, сколько время. Сейчас я подскажу тебе. 18:55. Угу. 14 ноября, воскресенье. Будем пробовать. Ну-ка давай, Сергей, сразу опускай, раз у тебя тут уже закормлено. Что за каша? Я не знаю, какие-то мясом даже, смотри, кормят. Ну, с мясом. Какое-то легкое, нелегкое. Мелко рублено или на мясорубке, или на терке. Там что, клюет, нет? Да пока не знаю. Тут должны быть здоровые. Удочка у него тоже хитрая, как у меня. Только почти не ловлено, наверное. Ну, а еще не. У меня вот тут вот уже начала прокручиваться. Туда-сюда я одета. Пока краска была, видимо, это плотно. Все как ободралось, так нифига. Ну что, нет рыбы, что ли? Что-то нет рыбы. Ты как до дна-то дошел? Да, вот. Какая глубина? А, вот. О. Катушка какая-то модная тоже. Ну, я не знаю, Сергей. Ладно, пойду тогда тоже пробовать искать. Что тут у него? А что у меня? А, отключен. Удочек у него, аккумулятор, да? Да. Ну что, никаких тычков? Так неинтересно. Так неинтересно. Сейчас я буду свою удочку доставать. У него просто нет такой прикормки, как у меня. Хитрая шкурка. Хитрая шкурка. Вот она, хитрая шкурка. Сейчас я буду пробовать ловить. Потом расскажу. Пытаюсь поймать, в общем, поклевочки две было. Наверное, огромный просто ротан. Аккуратный такой. Ну что, в общем, ребята, одна пойманная рыба у Сергея, у меня так только всего одна поклевочка была, и все. Ушли мы сейчас, время уже 20:15. Ушли на плесы, на которых я до этого ловил. Был вчера на ней Александр. Еще три дяденьки каких-то, которые сказали, что это они тут рыбу ловят, а не я. Ну это как бы уж ладно, пусть ловят. А, снега, метель дует, сейчас ветер усилился, поземка, следы все задуло. Нифига не видно, где лунки были, вот я только прошел, буквально 5 минут назад, вот у меня уже наполовину следы задуты. Сейчас постараюсь еще противоположного берега там найти свои лунки. И будем пробовать ловить. Сергей уже, наверное, наловил. Уже поймал? Вот. Здорово. Понятно. Ну я, короче, там натыкал, который нашел. Три точно вроде угадал, где было прикормлено с первого дня у нас. А это
и все. Так. Пристыла шкурка моя. Ну-ка попробуем тогда сейчас сразу рыбёху поймать. Не надо. Я думал сначала это. Тут глубина глубже. Сейчас должен я поймать тогда тут здорового, раз тут клюет. Сейчас пойду искать лунку, где у меня обрыв лески был. Сейчас у меня поклевочка. Не знаю, получится что заснять или нет. Камеру в руке держу, потому что голова занята фонариком. Поклевка у дна была, ну, либо в районе дна, где-то там снизу. Танчик грамм на 100, наверное. Уже что-то хоть, это хорошо. Ладно, пробуем ловить дальше. Может быть, получится и трофей поймать. Вторая поклевка. Вот такой ротан. Сейчас я дойду до трофейных. Так. Так, прятать его надо сразу. Прятать. Вот, уже больше. Прогресс, да? Уже прогресс. Так, время. Время 20.40. 20.40. Может, обед у них? Или ужин? Ловим дальше.